Ассаляму алейкум, добрый вечер, Имамат Арена, вашему вниманию. Открытие отборочного раунда, АЗС Плюс играет в форме белого цвета, Даком Цумада в желто-черной расцветке. Естественно, захочет одолеть еще одного крепкого, серьезного оппонента в виде Даком Цумада. И какой дальний удар в исполнении 77-го номера АЗС Плюс. В хорошем состоянии, да? Свою компьютерную технику дома, но и поддержите нашу лигу, потому что спонсируют они. Какой момент, ворота пустые, уже был защитник. АЗС Плюс выручил, вот вам АЗС Плюс. Ой, какая грубая ошибка, ну как так можно делать, ну как так? Грубейшая ошибка, ну естественно. Они... 17 матчах. Кстати, ну, еще один момент. И голкипер Даком Цумада без номера тут указан. Хотя есть у них первый номер. Амин Саидов. Наверное, тоже вратарь, но не основной. Абдулкерим Нурлаев. Шестой. И удар неплохой. Выручает свою команду. Магомед Исаев. Голкипер Даком Цумада. Но опять-таки мы говорим о контратаках Даком Цумады. Они были опасными, но забила эта команда. После грубейшей ошибки обороны АЗС Плюс. А вот теперь второй мяч залетает в ворота АЗС Плюс. Даком Цумада 2-0 на 22-й минуте. Отлично. Он в пустые забивал. Там ему 1-1 выдавали на блюдечке. То забить 4 у Муду, в каком бы они состоянии ни были. Это я вам скажу. Но пока не до этого. Третий мяч оказывается в воротах АЗС Плюс. Таштемиров. Видно, что сдружит с мячом Таштемиров. И этот футболист тоже. И момент какой! Ну опять! И опять, как известно. Да и второго тоже. Не забивайте, я думаю, сами себя хороните. Тут уже без вариантов. Забивает 3-1. Вот теперь будет поинтереснее. Калимулла Зайнавов и его 9-й мяч ушения. А если бы не свисток Шамиля Магомедова, то выход 2-1 мог быть. Торопится. АЗС Плюс. Зайнавов. А ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Мощный удар. Как Иглс, Наполи, Сирона, Олив и так далее. Могут у кубки им попасться. Вот хороший момент. И спасает вратарь. Спасает. А вот второй они с оглушительным успехом прошли. Итак, еще один мяч в очередной раз залетает в сетку ворот АЗС Плюс и ставит жирную точку на вопрос.